Уважаемые коллеги, если в 2018 году, это было не так давно, пятилетний цикл, мы с вами приобретали 3 миллиона 200 тысяч тонн минеральных удобрений, то в прошлом году мы уже вышли с вами на рубеж 4,7 миллиона тонн, а в 2022 году наши планы предусматривают приобретение не менее 5 миллионов тонн минеральных удобрений. Мы понимаем, что сегодня есть с этим большие проблемы, но по инициативе нашего министра сегодня вопросу приобретения минеральных удобрений уделяется особое внимание. Мы сегодня имеем план поставок минеральных удобрений в разрезе поставщиков по регионам страны. Было принято по инициативе Минсельхоза России решение о прекращении экспорта аммиачной селитры вообще, для того, чтобы полностью эти объемы пошли на внутренний рынок и позволили прежде всего закрыть потребности отечественных сельхозтоваропроизводителей. Сегодня в зале, вот до начала моего выступления, мне неоднократно задавали вопрос, когда будет готов новый план. Мне хотелось бы сразу на него ответить, что, во-первых, у нас сегодня в работе тот план, который утвержден 24 декабря 2021 года. Во-вторых, мы на этой неделе должны получить от Минпромторга наше предложение по увеличению объемов поставок минеральных удобрений на период до 31 мая 2022 года включительно. Мы заявили дополнительно с вами, коллеги, более 300 тысяч тонн. И по предварительной информации, все, что касается у нас таких видов минеральных удобрений, как КАС, карбамид, амафос, азофоска, будет поддержано в полном объеме. Аграрии получат возможность приобретать их в полном объеме. С аммиачной селитрой, сразу скажу честно, есть большие проблемы. Поэтому мы проводим работу с региональными органами управления АПК, просим поменять аммиачную селитру на другие виды удобрений, для того, чтобы, самое главное, не пострадало питание растений в наиболее ответственные стадии их роста и развития. Коллеги, если возникают вопросы по минеральным удобрениям, я сейчас обращаюсь прежде всего к фермерскому сообществу, я призываю вас оставлять свои обращения, во-первых, на сайте Минсельхоза. Для этого есть специальный раздел, где вы можете уведомить о сложностях, которые возникают с приобретением минеральных удобрений. И мы будем с каждым конкретным поставщиком и в каждом конкретном случае разбираться, чем мы можем вам помочь в той или иной ситуации. И еще мне хотелось бы, вот, пользуясь этой аудиторией, Владимир Николаевич, в вашем присутствии, озвучить еще один не совсем приятный факт. Но мы же честно с вами разговариваем не только об успехах, но и о проблемах. У нас уже есть сведения о том, что из ряда регионов Российской Федерации минеральные удобрения начинают попадать за рубеж, именно по каналам аграрии. Когда удобрения приобретаются здесь по внутренним ценам, а потом по совсем другим, более высоким ценам покидают пределы Российской Федерации. Коллеги, это неправильно, это нехорошо. И я могу сказать о том, что за это будет очень серьезное наказание. Поэтому я прошу вот эту информацию донести до фермерского сообщества для того, чтобы таких фактов впредь не возникало. Но мы знаем, что они есть. Еще один момент касательно удобрений. Я уже слышал много вопросов по поводу роста цен на них. Еще раз повторяю, что у нас есть соответствующие инструменты обратной связи через региональные органы управления АПК, через наш сайт, для того, чтобы мы могли обменяться соответствующей информацией и принять решение в каждом конкретном случае. Кроме того, Федеральной антимонопольной службе поручено мониторить торговые наценки. И я здесь прошу фермерское сообщество быть более активным. Если возникают такие проблемы, обращаться в ФАС, в региональные подразделения для принятия соответствующих решений. Роман Владимирович, у меня такой вопрос. Я не пойму, с чем это связано. С вашей некомпетентностью или нашим глубоким непониманием данного вопроса? Вы говорите, на сегодняшний день цена на селитру должна варьироваться от 21 рубля до 23. По тем обсуждающим моментам, когда было применение ограничения на селитру, брался период мая месяца прошлого года цену от установленных заводов, и она должна быть такой же в этом году. Эта цена на сегодняшний день составляет 18 рублей. Вы уже от этой цены начинаете перепрыгивать и подходите к 23 рублям. У вас правила меняются? Я не знаю, чьи это, ваши личные правила. Но когда шел речь о стабилизации цены, за основу брали цены мая
2021 года, и они должны быть такими же на сегодняшний момент. Как она может быть выше 18 рублей, и вы на этом настаиваете, убеждаете нас, что 21-23 рубля, если есть единые правила, допустим, когда, как вот здесь говорится, один раз берут таможенную пошлину с нашей продукции, там нет двойных стандартов. Там четко обозначили, сегодня 93 доллара, на следующей неделе там 94. Там все понятно, и нас как бы здесь наказывают на эту сумму. Но трактовка по минеральным удобрениям у вас каждый раз от раза к разу разная, и вы как бы не придерживаетесь даже тех правил, которые на первом этапе планировало принять правительство Российской Федерации, что цена должна быть стабилизирована в районе 18 рублей. Спасибо. Жду ответа. Владимир Николаевич, я отвечу вам на ваш вопрос. Я прежде всего, когда вы говорите про нормативный акт правительства, прошу их не передергивать. У нас нормативный акт правительства устанавливал среднюю цену за май, июнь, июль прошлого года. Не за один май, а за три месяца. Поэтому, когда мы говорим о том, какую цену мы брали за основу, это цена средняя за три месяца прошлого года. Никак не майская. Это момент первый. Момент второй. Я уже говорил о том, что у нас регулируется цена на заводе-изготовителе, и вот она именно составляет по отдельным позициям и в зависимости от завода те величины, которые я уже называл. Естественно, на каждом заводе цена своя, себестоимость своя, логистическое плечо свое. И говоря о цене на аммиачную селитру, я именно использовал те расчеты, те факты, которые у нас складываются по отпускным ценам. Если вы считаете, что цена в каждом, в каком-то конкретном месте завышена неадекватно, давайте проверим вместо Федеральной антимонопольной службы. Я вам еще раз говорю, цена 18 рублей, это средняя цена. Если я могу даже представить вам документы, июльскую цену по приобретению удобрений 18 рублей, это не я придумал, это у меня есть официальный документ, еще фактура. Давайте посмотрим. Соответственно, я и беру эту цену среднюю, как вы сказали, 18 рублей. Ну, а когда начинается вот это... Прозвучал только май. Но пускай я сказал май, но я говорю, что эта цена 18 рублей. Но это не 21 и не 23 рубля. Так в июне, в июле она дешевле была, потому что... Совершенно верно. Значит, уважаемые коллеги, по минеральным удобрениям, то, что мы сейчас говорим и на одном языке должны говорить, действительно, май-июль, если самый лучший документ, который надо набрать за основу, и нам всем договориться надо, это не цена завода-изготовителя. Заводы разные. А нет, это Вистары, это разная тара, потом тоже доставка. Самая лучшая цена на минеральное удобрение должна считаться в той накладной, по какой платит фермер. Заводов много, вот ту цену надо за основу брать. Вот он заплатил 18, вот она 18, заплатил за 30, она 30. И нам надо научиться ту цену брать, за которую платит сельхозпроизводитель. Она будет самая точная. А не завод, который выпускает продукцию в разных уголках Российской Федерации, у него там разная себестоимость, свои там дела. Зачем это знать сельхозпроизводителю? Он заплатил, вот эту цену расчет набрать. Мы будем так более точно ситуацию оценивать. Это просто на будущее нам надо стремиться к этому. Потому что чувствительная тема. Мы все хорошо понимаем, что удобрение – это же хороший залог и основа, что мы плодородие компенсировали, которое мы выносим. И, естественно, урожай и качество увеличили. Мы здесь с вами заодно, и поэтому цену надо, конечно, нам стараться регулировать, потому что это наш ресурс.